Скитерский и СПК Негоровичи. 1400 тонн сборжа. Давайте повитаем аплодисментами. Передовики. У Гродинске в районе все лето намолошено. Братцы, сябры. Вітаємо аплодисментами Сельвінська і колона Мостовського району. Намолошено коля 70 тисяч тонн збожжа. Передовики Жнива, Тенсуа Будалай і СВК Єрляди. Передовики Жнива, державне підприємство Ашканське. 800 тонн збожжа. Передовики Жнива, продаж Шушинського району. У обласним спаборництві задачі. Этот районный центр, город Свислоч, подготовился к дожинкам, обновился, похорошел. Запрошаем у деликов шесть и пошли. Ты наши гуся напомнишь ты, хлеб всему голова, хлеба. Наш завод в концерне вот нашей Гродненской области является передовым заводом. Поэтому, конечно, я считаю очень важно, что наш завод отметили, что я как представитель своих работников, своего коллектива нахожусь здесь. И эта грамота, которую мне дают, это именно подчеркивает то, что нас отметили не только в нашем районе и области, но и вообще в республике. Одного из лучших комплексов Республики Беларусь. Вы вправе гордиться сегодня своими результатами, своими показателями. Вы победители, вам присущи победы по урожайности зерновых, рапса, свеклы, картофеля, кукурузы. Вы держите лидерство среди всех регионов нашей Республики Беларусь. Должен сказать, это не случайно. Почему? Потому что на этой земле трудится замечательный народ, трудолюбивые люди, высокопрофессиональные специалисты, мастера своего дела, которые единожды связали свою судьбу с наисложнейшей отраслью народно-хозяйственного комплекса сельским хозяйством. И честно, добросовестно вы несете свой крест. За ваши результаты, за ваш личный вклад, за ваш героический труд, за ваш вклад в общий коровай нашей страны, огромное вам человеческое спасибо. Республика немало делает для развития сельского хозяйства. При всей экономической сложности нашего государства находит сегодня бюджетную поддержку для развития сельского хозяйства нашей страны. И меры государственной поддержки вместе с добросовестным крестьянским трудом поднимают наше сельское хозяйство на более высокий уровень своего развития. Должен отметить, что предназначение агропромышленного комплекса
обеспечение продовольственной безопасности выполнено. И мы с вами можем сегодня гордиться. Гордиться тем, что мы имеем сегодня богатый белорусский стол, что мы обеспечили сегодня население свое полностью продуктами питания. Излишки этой продукции продаем за пределы нашей страны. И за последние годы мы очень высоко подняли свой бренд, сделанный в Беларуси. И уверен, что с этим коллективом, с нашим крестьянством, мы его поднимем еще на более высокий уровень. Отмечаю, что текущий год непростой, очень сложный. Он испытал и крестьян, испытал и технику. Но мы выстояли и доказали тем, что имеем сегодня значительные результаты своей сельскохозяйственной деятельности. И успехи наших крестьян – это залог заботы, постоянного внимания президента нашей республики, правительства. За последние годы очень много сделано на селе. Преобразовались белорусские деревни. Освежились сегодня предприятия производства и переработки. Облегчен труд на селе. На более высокий уровень поднято качество нашей продукции. И этими, уважаемые друзья, должны гордиться. Сделано немало, но впереди еще больше. Мы должны обеспечить благобыт наших граждан. Мы должны обеспечить конкурентоспособность нашей продукции. Мы должны вовлечь в экономику, в развитие нашей отрасли все те недостатки, все те недоработки, которые будут считаться бесплатными резервами для того, чтобы подняли знамя агропромышленного комплекса